Здравствуйте, Капитанская, дом 4, детский магазин «Шкаф Kids». Краткий видеообзор теплых аксессуаров на шею ребенка. У нас их много, целая куча. Сейчас попробую повытаскивать, все рассказать. Первое. Флисовые манишки на липучках. Все любят. 450 рублей. Цвет синий, бордовый. Второе. Манишки на флисе. Ворот двойной. Состав вязки полушерсть. Производство Польша. Цена вот этой манишки 732. Цвета разные. Такой цвет, такой цвет, такой и такой. Для мальчиков смешные снеговички с контрастным красным воротом. Синий. Еще раз синий. Цена 828. Производство Польша. Размеры от года до 7 лет. Это были манишки. Теперь просто классические хлопковые шарфики. У нас два вида шарфиков. Их в наличии много, несколько штук каждой расцветки. Микки Маус с смешными ушками. С одной стороны черный, с другой серый. Повязывайте по цвету куртки, как что подходит. Цена со скидкой 480 рублей. Хлопок Fox Израиль 480. Такого же плана, такого же размера. Сине-голубая полоска, Fox, хлопок. Это Израиль. Цена со скидкой 480. К этим шарфам сейчас накидаю люки. Сюда подойдет, к этому шарфику. Шапочка хлопковая Fox со скидкой 598. Перчатки хлопок в двух размерах 280. Забавными Микки Маусами раз. И размер поменьше 2. В полосатому шарфику у нас подойдет шапка Fox двойная хлопок со скидкой 598 рублей. Это вторая кучка. Теперь палантины. Большие палантины. Для мам выглядит богато, шикарно, и под норковую шубу, и под пуховик. Ко всему подходит. 70% хлопок, мягкий, шикарный. Цена 1580 рублей. Размер 1,20 на 90. Дальше палантины поскромнее, но они большие, теплые. 1,20 на 90. 20% шерсти. Цена 1380. Один цвет. Второй цвет, третий цвет, дальше снуды. Снуд большой, полушерсть, цена 890. Раз, два, три. Три оборота на ребеночка, два для мамы. Цвета белый, белоснежно-белый, красный и вот такой необычный цвет. Снуды у нас закончились. Ждем новых поставок. Разбирает быстро. Приходите, пока выбор есть. Капитанский дом 4. Ждем вас. Пока-пока.